Союза любимый наш композитор Людмила Лядова. Замечательно. Мы проветривали зал, чтобы был воздух. Мы потом еще откроем, когда будет антракт. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать и хочу вам сказать, что я вас очень люблю. Спасибо вам большое. Ну, я не буду рассказывать про свою жизнь. Все уже все знают, что я родилась в городе Свердловске 29 марта 1900, неважно в каком году. Ну, конечно, когда я была маленькая, я ленилась, как все дети. Мама говорила: Милка, какая ты лентяйка, как тебе не стыдно? У тебя такие руки хорошие, играй. А я тут то по ягоды летом, а потом на лыжах, и еще на рыбалку и так далее. Ну, ничего, это мне как-то все-таки помогало, потому что природа, она всегда помогает. Ну, закончила все там, школы, училище, консерваторию по двум факультетам. И потом началась самостоятельная жизнь, приехала в Москву и строила себе квартиру. Мы, композиторы, вот у нас был дом композиторов ЖСК, строили мы его, строили, и въехали мы в него в 57-м году, представляете себе? Да. Вот приехали, там у меня даже стола не было, там пили чай где-то на коврике, там занимали там, друг друга чайники и так далее. Все. Замечательные были наши композиторы, но это все останется обязательно. Наша музыка великолепная, и вот все композиторы, которые сейчас на небе, музыка их звучит все время, это прекрасно. Ну что, я не буду очень долго задерживать разговорами, лучше поговорить с вами музыкой, чем словами. Я хочу сказать вам, сегодня такая армия талантливых, замечательных певцов, которым очень сейчас трудно, особенно. Мы жили, дай бог, у нас было прекрасное время, золотое, и при Фурцевой на искусство отпускалось 2% с чем-то, а сейчас 0%. Так что все в полном порядке, да. Вот так вот. Зато по радио мы иногда слышим вообще, бог знает что. Ну, это все, я считаю, что это все пройдет. Я с удовольствием сейчас хочу представить вам солистку, заслуженную артистку России, которая выучила мои произведения, романсы. И я с удовольствием представляю вам, знакомьтесь, Татьяна Замолодчикова. Прошу вас. Ну, Чернобурку. Чернобурку, да? Попробуем. Бывало всякое, а вспомнить некого. А что и было, того и не было. Все несерьезно, все не судьба. А разговоров короба. Паутиночка за мною тянется. Я всех забуду, один останется. А мне и нужен один всего. А без него не надо ничего. И люди добрые, и люди строгие, ко мне в калитку стучались многие, ко мне стучались, да не стучат. Полно молоденьких девчат, а паутиночка за мною тянется. Я всех забуду, один останется, а мне и нужен один всего, а без него не надо ничего. Минуло,
осень длинная прилипла к платью да паутиной. А с кем застанет меня зима? Про то не знаю я сама. А паутиночка за мною тянется, я всех забуду, один останется. А мне нужен один всего, а без него не надо ничего. Паутиночка за мною тянется, я всех забуду, один останется, а мне и нужен один всего, а без него не надо Да, вы знаете, конечно, сейчас зима, слякоть и прочее, а вот иногда хочется попасть куда-нибудь на юг в бархатный сезон. Какая бывает прелесть. Вот поэтому я хочу сейчас, чтобы вы послушали бы песню на стихи поэта Людмилы Васильевны Буниной. Она написала прекрасные стихи, а песня называется «Бархатный сезон». Послушайте, пожалуйста, эту песню. Осень наступила от дождей тоскливых, слякоть осенника, арка не ворон. Улетаю к морю, стать на миг счастливой. Улетаю к морю, бархатный сезон. Бархатный сезон, ласковое море, нежное касание обнаженных рук. Бархатный сезон, чувствами не спорят, если твое сердце забилось вдруг. Шепчешь заклинания и встречаешь каждый новый теплоход. Может быть, сегодня исполнится желание, он походкой легкой навстречу идет. Бархатный сезон, ласковое море, нежное касание обнаженных рук. Бархатный сезон, чувствами не спорят, если твое сердце забилась вдруг. Лунная дорожка море серебрила, и о чем-то тихо нашептал прибой. От разлуки близкой сердце так заныло, ах, как не хотелось улетать домой. Бархатный сезон, ласковое море, нежное касание обнаженных рук. Бархатный сезон, с чувствами не спорит, если твое сердце забилось вдруг. Годом, но не изменилось острое желание встречи раз в году. Может, это просто божеская милость, я походкой легкой навстречу иду. Бархатный сезон, ласковое море,
нежное касание обнаженных рук. Бархатный сезон с чувствами не спорят, и если твое сердце забилось вдруг. Продолжается, а я написала на стихи Анатолия Ковалева песню, которая называется «Завещаем Россию». Послушайте, пожалуйста, эту песню. Вдоль священной Кремлевской стены мы исполнили долг свой солдатский и свой долг возрождения страны. Но мы новых врагов проглядели, стали в мирные дни Сталинград. Нам вожди дать приказ не сумели, чтоб стал клятвой ни шагу назад. И от имени воинов павших, и от тех, кто в последнем строю, нашим внукам и правнукам нашим завещаем Россию свою. И опять охранять ее надо от Москвы и до самых границ. И сейчас защищать ее надо от предательства, лжи и убийств. Нас сегодня осталось немного. Кому нынче на празднике быть? Мы здоровья попросим у Бога. Мы здоровья попросим у Бога. Всем нам надо Россию хранить и вам талисман, так как у нас год овцы, чтобы вы еще жили столько же, сколько мы прожили. А это, чтобы над вами всегда светило солнышко. Как сегодня я вам обещал, солнце я вам сделал. Все видели люди. Пользуясь случаем, хочу всем пожелать ветеранам, всем старушкам, всем старикам. Ну, я тоже старик, мне уже 75, как ягодка опять. Я хочу вам сказать одно. Не ходите в аптеки. Не покупайте лекарства. Я вам хочу дать совет. Если заболела голова,
Что сделать надо? Завяжите. Вот так? Нет. Вот так сделали руки свои. Попробуйте быстренько. У меня одна минута. Вот так. Приложили ко лбу, запустили мышь. Боль уйди, боль пройди. Резко вот так. Движением и все. И у вас голова болеть не будет. Лук, чеснок, и вы всегда здоровые. Здоровья вам, мира и добра. Завтра будет солнце, как я проснусь. А сегодня звезды. Проверите. Кто видел сегодня солнце, поднимите руки. Когда ехали сюда. Я не обманываю, это я его сделал. Итак, здоровья вам, счастья и любви. Меня звать Иван Иванович. Ирена Морозова, Ирена Морозова. Спасибо, Ирен. Очаровательная женщина. Это всегда хорошо, когда люди не завидуют, это радуются наоборот. Это вот это самое прекрасное качество. Я спела вам две песни на стихи Анатолия Ковалева. Я очень хочу сейчас, чтобы на сцену вышел поэт, прозаик Анатолий Ковалев. Сейчас будет конец уже, все. Не знаю, что вообще. Да. Тяжело, безумно. Я спою вам песню, которая называется... И написана она была для Кирова, для города. Там оркестр музыкальных мам. Они играли все на мандолинах. И вот я написала песню. Сказала как-то мама сыну: ты так талантлив, мой сынок. И вот купила мандолину, чтоб стать утесовым ты мог. Про это вечером узнали соседи нашего двора, и мандолины зазвучали квартирой с самого утра. Встречались труды, то и дело, и было слышно во дворе, как мамы в такт считали смело, то вирасоль, то мифоре. Но вундеркинды отчего-то, устав от маминых забот, играли лишь в футбол охота, забыв, что музыка их ждет. Гоняли бы бичи упрямо, футбольной раннею порой. И вот решила чья-то мама попробовать сыграть самой. С тех пор живет на белом свете оркестр музыкальных мам, и каждый вечер мамы эти играют польку по складам. Теперь опять мы варим сами, порой с улыбкою следя, как молодеют наши мамы от мандолин не отходя. Давно погасли в доме споры, их не услышите опять, а наши мамы смогут скоро турецкий марш без нот играть. Я еще хочу вам представить одну даму, которая благодаря этой очаровательной подруге я написала целую фантазию из песен Хлебниковых. Маргарита Даниловна, вот она здесь тоже вместе с Таней Кузнецовой. Где вы там? Появитесь, пожалуйста. Пришли ко мне. Маргарита Даниловна.
Я написала большую фантазию на стихи, вернее, песен. У Хлебникова замечательные песни просто. Песня на стихи Людмилы Булиной «Я актриса». Я актриса, и лет мне немало. Я играю, а значит живу. С каждым годом я зрительным залом все сильнее и сильнее дорожу. Муки вновь и вновь. Это взлеты и падения, это Божье провидение, это вера и надежда и любовь. Я на сцене, и все забывается, грусть, печаль и обида и боль. Если даже душа разрывается, я пою и смеюсь. Это роль быть актером. Воля, быть актером – это доля, это творческие муки вновь и вновь. Это взлеты и падения, это Божье провидение, это вера и надежда и любовь. Я молюсь, выходя на подмостки, чтобы ваши затронуть сердца. О, поверьте, что это непросто, но мне надо гореть до конца. Быть актером не воля, быть актером — это доля, это творческие муки вновь и вновь. Это взлеты и падения, это Божье провидение, это вера и надежда и любовь. Это вера и надежда и любовь. Это вера и надежда и любовь. Браво! Я выжил в зале изумительной женщины. Я хочу спеть вам вальс. Но там вам еще и тоже поется. Вальс на стихи Лазарева называется просто «Женщина». Стареют и наши мужчины, но им как-то легче стареть. Мы смотрим, грустя на морщины, мы смотрим, грустя на морщины. Хоть реже бы надо смотреть, что спето, то спето. Что было, то где-то, но нам еще вальсы кружить. Я радуюсь солнцу, я радуюсь свету. А жить надо просто за тем, чтобы жить. Все было, и первые встречи, и песни свадебный стол. И был тот единственный вечер, и был тот единственный вечер, когда твой любимый ушел. Но нам еще вальсы кружить, я радуюсь солнцу, я радуюсь свету. А жить надо просто за тем, чтобы жить, чтоб не было горшей кручины, чем зеркало наше смотреть. Стареют и наши мужчины, стареют и наши мужчины, но им как-то легче стареть, что спето. Мужчины, кто сидят в этом зале, так вам не относится. Но нам еще вальсы кружить, я радуюсь солнцу, я радуюсь свету, а жить надо просто за тем, чтобы жить. Браво! Спасибо! Сейчас будем все вместе петь!
Спасибо большое. Ну и марш Феникс Лауба написал про меня и про тех, кому столько лет, сколько мне. Итак, прошу, Дима, мой марш, поем все вместе. Прошу вас, пожалуйста. Вот, сейчас будет песня. Он был моим, теперь он ваш. Он дарит бодрость вам и силы. Он ваш, раз он кому-то нужен. Мой марш, моей России служим. Поет труба, и я пою. Встречают.
Будет солнце. Все, я закрываю. Вот, видите, она. Так бурные аплодисменты, как проведите ногами. Свет идиотский, видите? Господи, мне не так нравится. Это пресс-конференция. Твоя шутка. Ты полиция. Людмила Алексеевна, вам здоровья, творчества, долголетия. Будь всегда строить с любовью, уважением. Людмила Алексеевна. А еще с вами общие знакомые. Коля. Виктор Иванович, чем вы Да я цветы оставлю. Я там оставлю их, я не понесу цветы. Я узнала. Она устала. Ребят, она уже устала, ей подписала. Так, все, найдет кое-что. Давай. Я прошу прощения. Коля, давай-ка. Людмила, извините, пожалуйста. А какой там еще был? Второй. Поет и играет композитор Людмила Лядова. Синий диск. Я отдала. Спасибо, Юрий Николаевич. Все, давайте. Все, вы идете? Сам единственный человек.